Михаэль Шумахер остается в отделении интенсивной терапии. Информацию о состоянии здоровья экс-гонщика Формулы-1 обещают дать в среду. По мнению экспертов, это говорит о том, что врачи клиники в Гренобле смогли стабилизировать его состояние. До этого оно оценивалось как критическое. Напомню, днем ранее 7-кратный чемпион автогонок получил серьезную черепно-мозговую травму, катаясь на лыжах во французских Альпах. Он ударился головой о скрытые под снегом камни. Обследование выявило у него кровоизлияние в мозг. Шумахера немедленно прооперировали и ввели в искусственную кому.